Ваш персонаж Джин? О, нет, он совсем не похож на Джина. Ваш персонаж девушка? Ты серьезно, что ли? Ну, конечно, нет, как он может быть девушкой? Хотя, стоп, погодите-ка. Ладно, я сам не знаю, девушка он или нет, но ответил я уже, что нет. Ваш персонаж человек? Да. Ваш персонаж как-то связан с аниме? Господи, что за вопросы? Почему Акинатор задает всегда такие странные вопросы? Я думаю, что многие из вас уже догадались, кого я загадал Акинатору. Ваш персонаж оружие носит? А нет же, ну ты чё, он просто стоит и как бы... Я не буду говорить, кто у меня сейчас в голове. Ваш персонаж из игры Brawl Stars? Да. Да нет, 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 шучу, ребят, какой Бравл Старс? Ваш персонаж хороший. Я бы так не сказал. Слушай, у тебя будет 5 минут, и вот за эти 5 минут он будет хорошим. Поэтому, знаешь ли, нет. У вашего персонажа есть волосы? Я не помню, если честно. Давайте я скажу, что не знаю, есть у него волосы, нет. Да какая разница? Ваш персонаж как-то связан с холодом или же с морозом? Так, погодите, ребят, у меня такое ощущение, что Акинатор сейчас сломается. Нет, он не связан ни с холодом, ни с морозом. Он связан только с пончиками. Спалился. Все, все, все. Точно из вас сейчас все догадались, кого я загадал Акинатору. Носит ли ваш персонаж одежду? Да откуда я знаю? Ладно, ладно, ладно. Я отвечу, что не знаю. Это честно будет зато. Ваш персонаж носит черную одежду. Ты меня только что спросил, я сказал, что не знаю, носит ли он одежду. Ты реально достал. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Ну нет же, ну нисколечко. Он вообще никак даже не приближен к Майнкрафту. Напишите в комментариях, если вы поняли, кого я загадал. Прямо сейчас одним комментарием пишите, что это за персонаж. Но, если не знаете, то не пишите. Играем в эту игру честно. Ваш персонаж умеет разговаривать? Кстати, вроде нет. Есть ли у вашего персонажа когти? Наверное, да, но... Короче, отвечу, что частично есть, частично нету. Есть ли у вашего персонажа лоб? Слушай, Акинатор, вот ты со своим лбом, ты... Ну да, есть, блин. У вашего персонажа есть автомобиль? Господи, что за дурацкие вопросы. Ну как у него может быть автомобиль? Ладно, все уже сейчас понимают, о ком я. Все 100% понимают. Но я отвечу, что нет. Ну нет у него автомобиля. Ваш персонаж плохой? Да. Очень, очень-очень плохой. Имеет ли ваш персонаж отношение к миру сталкер? Чувак, ты мне задал 20 вопросов, и ты вообще сейчас не понимаешь, о чем речь. Ваш персонаж это дух? Да сам ты дух. Нет, он не дух, он реальный человек, который... Зачем я сказал человек? Я чуть не спалился. Ваш персонаж имеет отношение к зомби? Возможно, частично, я не знаю, кто он. Он из пиццерии? Нет, он не Фредди, он не аниматроник. Вот хватит догадываться. Я же знаю, что сейчас хотел сказать Акинатор. Ваш персонаж старик? Кто, откуда мне знать? Нет! У вашего персонажа есть магические способности? Магические способности? Какие? Съесть пончик? Это если магическая способность, то да, а так нет. Ваш персонаж связан с игрой Бенди и чернильная машина? Ну нет, совсем! Ваш персонаж толстый? Да сам ты толстый! Да, ты... У меня нет слов, ребят, ну что ему отвечать? Он ходит на двух ногах. О, кстати, вот это вроде да. Он носит шляпу. Шляпу не носит, давайте я отвечу, что нет, потому что я на самом деле не знаю. Он из страшилок. Да, 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 наконец-то он начал в правильном направлении хотя бы думать. У вашего персонажа красные руки? Что значит красные руки? Откуда я знаю, какие у него руки? У него, наверное, рук вообще нету. Его никто никогда не видел, только видели его лицо. Да блин, пишите комментарии, если уже сейчас догадались, о ком я говорю. Нет у него нет рук, погоди-ка. Я думаю, это зомби. Ты чё совсем? Акинатор... Какой еще нафиг зомби? Нет, да ты что? Отвечу, что нет. Продолжить? Да, но я думаю, ребята, он 100% не догадается, о ком я ему пытаюсь сказать. Он доктор. Да какой доктор, ага, злой, если только доктор. А шерсть у него есть? Нету шерсти. Он женского пола? Нет. Он имеет отношение к вселенной SCP? Нет. Он из игры FNAF? Нет. О, меня бесит, ребята, я просто не могу с этим Акинатором. Почему? Почему он задает такие странные, несвязанные вопросы? Он носит мужскую одежду? Я не знаю, может он вообще девочка, а может он вообще... Я не знаю, кто он, правда, ребят. У него черные волосы? Да, все, я ему и тут отвечу, 100% да. Вы управляете персонажем? Нет, он управляет только вами, он всем управляет и всеми, но только не вы этим персонажем. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря интернету? Ну, частично да. А он пьет воду? Ты серьезно? Вот мне откуда знать, пьет он воду или нет? Да хоть водку, вот серьезно. Ладно, нет, все, просто нет. Че, опять угадал? Великолепно, вы задумали редкого персонажа. Так он женского пола? Нет. На самом деле существует? Нет. Он человек? Да! Хоть как-то он начал догадываться. Он из видеоигры. Он не носит оружие. Ему как бы и так достаточно, он себя носит только. А он носит бороду и усы?
Акинатор, если ты загадал сейчас себя, то это не ты, чувак. Он из игры Brawl Stars. Он мне задавал уже этот вопрос, и, по-моему, даже не один раз. Этот персонаж не ребенок, он плохой, да, он не из пиццерии, у него есть волосы, и они черные волосы. А он с игрой Майнкрафт связан? Нет, ну какой Майнкрафт, чувак? Да, он из страшилок, он игрушка. Игрушка ли этот персонаж? Нет, скорее всего, не игрушка. У него нет автомобиля, он не толстый, у него, возможно, длинные волосы. Он из крипипасты, это 100%. Он без ноги, я не знаю, без ноги он или нет. А он с покемонами связан? Да сам ты покемон. Нет, 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 чел. А он девушка? Нет, а он носит шапку? Какую еще шапку? Я просто не понимаю, о чем ты. Ладно, шапку он не носит. Это мы точно знаем. А он нож использует? Нет. А с цирком он связан? Нет, тоже нет. Так, ребята, ребята, нужно как-то ему, наверное, правильно отвечать. Возможно, этот Акинатор реально не догадывается об этом персонаже. Я убежден, что он его просто не знает. Он не носит черный костюм. У него нет рук, скорее всего, и... Я думаю, это Lost Silver, герой крипипасты. Нет. 10 минут спустя. У персонажа есть рога? Нет. Он похож на курицу? Да. Стоп! Он связан с курицами? Не-не-не-не-не, с курицами он не связан, но... Он что, сейчас угадает? А он мужчина? Да я не знаю, наверное. Похож ли он на животное? Ну, так-то не особо. А к зомби имеет отношение? Возможно, частично имеет отношение. Я думаю, это скример. Чего? Стоп, вы посмотрите на эту картинку. Как же она похожа на то, что я загадал. Скорее всего, на картинке находится Джефф-убийца. Я думаю, что многие из вас знают, кто это такая. Я реально думал, что он сейчас угадал. Но это не так! Этого не произошло! Нет, это не скример! Продолжить? Ну, давай попробуем. Еще 10 минут спустя. 44-й вопрос. 44-й! Он снова спрашивает про Бенди и чернильную машину. Нет, он никак не связан. Этот персонаж, не знаю, женщина или нет, вот честно. А он отношение к Японии имеет какой-нибудь? Как он меня достал своими вопросами? Не знаю. Погоди-ка. Я думаю, это Спайк. Какой Спайк? Это же даже не Спайк из Бравл Старса. Что? Нет. Продолжить? Да. 49, уже 50 вопросов мне задал Акинатор. Есть ли у вашего персонажа мозги? Слушай, не знаю насчет персонажа, но вот у тебя их 100% нет, Акинатор. Поэтому, я не знаю, наверное, есть как бы, но как бы... Если бы у него не было мозгов, как бы он вообще существовал? Куда-то там ходил? Он живет в Новосибирске. Как же сложно! Нет! А он носит одежду? Ты это спрашиваешь уже 500 раз. А он робот? Не знаю. Я думаю, это SCP-055. Mm-mm. А персонаж ваш был в костюме? Нет. А с фонарями связан? Нет. А он из мира видеоигр? Да! Все, наконец-то он начал думать правильно. Полоска уже практически дошла до самого конца. Я думаю, что у него есть шанс догадаться. Он спрашивает, больше ли у персонажа, чем три ноги. Я не знаю, у него не видно ног. А он связан с компьютерными играми? Да! Думай, думай, давай! Ну нет. Я думаю, это ментал. Кто это вообще такой? Я честно не знаю. Может быть, из вас кто-то знает, но реально, я без понятия. Я надеюсь, что вы сейчас лайк уже поставили. У персонажа нет хвоста. Прямо сейчас, ребята, нужно лайк, потому что я уже запарился. Я думаю, что он не угадает моего персонажа. Но, если вы догадались, что за персонаж, комментарий вы должны написать. Я не знаю, есть ли у него когти. Он точно не связан с телешоу всякими. Он точно родом не из Армении. Я думаю, это ментал. Я же честно сказал, что нет. Вашего персонажа больше 10 лет. Да откуда мне знать? Он что, мне говорил свой возраст? Спросил бы, есть ли у него лицо, глаза, волосы и все. И я думаю, что он бы 100% угадал. Ваш персонаж домовой? Да сам ты домовой, он не домовой. И он не говорит на русском. О, смотрите, хороший вопрос. Этот персонаж связан с Гренни? Возможно, частично, потому что это сделано просто там очень сильно похоже на Гренни. И возможно, частично он связан. Есть ли у вашего персонажа лоб? Да. А вы персонажем управляете? Нет. А он связан с игрой Детройт? Нет. Умирал ли ваш персонаж? Я не знаю уже этого. Давай, 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 Акинатор, думай, 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 ну. А у него домашние животные есть? Да, у него кошка, собака, попугай. Да ты чё, дурак, какие домашние животные? Ну нет, это страшилка, это скример, это... Господи. Я думаю, мы, ребят, с вами сломали Акинатора. Он сейчас мне 100% не отгадает. Вообще не отгадает. Вопросы у него какие-то совсем уже пошли непонятные. Он спрашивает про кино, про четыре лапы. Вот что это? Я думаю, это SCP-монстр с лестницы. Ага. Монстр с лифта, блин. Смотрите, что происходит. Кого вы задумали? Он спрашивает меня, кого я на самом деле задумал, и дает мне варианты ответов, которые он бы мне сказал чуть-чуть попозже. Монстр с лестницы, главный герой Гренни, злая бука, кракозябра, а Бобус, что?
Что? Это что вообще за существа вообще такие? Я не это имел в виду, ну это ж понятно. Я просто не понимаю. И самое главное, что тут нету человека за окном. Да, я загадывал именно его. И знаете что? Прямо сейчас я Акинатору дам подсказку. Мы сейчас вместе с вами немножко его сломали, но добавим человека за окном в Акинаторе. Теперь каждый из вас может его отгадать в Акинаторе. Все, добавляем человек за окном. И имени у него нет. У него имя тоже человек за окном. Но это же логично. Просто напишите его профессию. Профессия? Так, ну, стоит за окном. Потом приходит и убивает. Ну да, это его профессия. Это человек за окном. Все, мы добавили нового персонажа в Акинатор. Прямо сейчас я хочу, чтобы каждый из вас подписался на канал, чтобы не пропускать такие классные ролики. Вот здесь кнопка подписаться. Нажмите на нее и посмотрите другие видео на моем канале. Увидимся в следующем ролике. Пока!